Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в столицу ВТБ-арена. Здесь сегодня состоится, пожалуй, центральная встреча игрового дня в континентальной хоккейной лиге. Московская «Динамо» принимает ярославский «Локомотив». Встречаются команды, которые ведут борьбу за лидерство в конференции. Я думаю, что «Локомотив», что мы всегда отталкиваемся от своей игры. Какие-то моменты у нас даже с ними похожи, что-то разнится. Ну, а будем отталкиваться от ситуации. Я говорю, естественно, мы все друг друга разбираем, смотрим, знаем. Много игр с друг другом провели. Поэтому приблизительно все знают. Подстраиваться ни под кого не будем. Будем играть свою игру. То же самое они будут делать. Да, я думаю, не просто и в обороне, в атаке придется. Но в двухсторонний хоккей нужно держать, все будет 60 минут минимум. Полунин ускоряется. Четыре игрока «Динамо» перед ним появляются. Но Полунин красавец, выбирается на бросковую позицию и бросается на удобной руке. Островат был угол, но пришлось вступить в игру Коновалову. Тоже Сергей. Еще один нападающий, который великолепный сезон проводит. Хотя, несмотря на то, что вытащил максимум. Знаешь, я думаю, в центр сегодня вообще мало кого будут пускать. Вот таких бросков будет много. Прибыльский снова набрасывает с кистей, снова с дальней дистанции, снова все видит голкипер. И про молодых. Березкин лучший ассистент «Локомотива» на сегодняшний день. Уилл бросает, не попадает в дальний угол. Но вот, пожалуй, лучший момент у московского «Динамо» на исходе 6-й минуты этой встречи. Ловили соперника на пересменке. Спартака в столичном дерби готовит свой бросок. Менелло попадает. Это гол, но, по-моему, было подправление на пятачке. Действительно, зашли в зону, расположились. Ну и Менелло, приняв шайбу в районе синей линии, начал смещаться и в центр, и в глубину. И в конечном итоге выбрал момент для броска мимо нападающих. Ну и да, без рикошета не обошлось. Там, может, даже не в клюшку пакета шайба попала, но направление своего движения явно изменило. И справиться с этим Исаев не сумел. Гусев проходит передачу на вершину и снова бросает Менелло. Снова гол и снова пакет подправляет. Фантастик. Но в принципе все примерно так же. Гусев на Менелло. Менелло бросает, пакет подправляет. По два очка у этих хоккеистов сегодняшней встречи. Уже и два реализованных большинства из двух у «Динамо». Пока все наши с тобой прогнозы касательно этой игры подтверждаются. В равных составах вязкая плотная борьба, а большинство работает. И все, скажем, что и у «Динамо» тоже в равных составах моментов не так, чтобы много. Но побольше. И вот, пожалуйста, в равных. Пакет. Вот тебе и в равных. Опять пакет. И опять подправил. Хет-трик. Комментировал, когда был его первый хет-трик в этом сезоне, так как минимум. Но пока действительно складывается не то, чтобы он нашел, да, он всегда знал и всегда там играл, а такое вот как бы доходное место нашел на пятаке там. И причем, я говорю, с ним там очень тяжело бороться, потому что сейчас там контролировать клюшку соперника очень непросто, тем более, когда он находится на движении, а пакет там играет очень много и на лиге. Ну, собственно говоря, между первым и вторым меньше месяца прошло у Седрика пакета, и вот он продолжает копать там перед воротами Даниила Исаева. На этот раз динамовцы выиграли вбрасывание и сразу же приступили к позиционной. Клинков. Пас под ворота, бросок, добивание, и шайба застревает под Исаевым. Звучит свисток. 17 секунд остается у «Динамо» на игру в большинстве. Да, я бы не сказал, как бы, конечно, счет для нас хороший, но мы просто хорошо воспользовались своими моментами. А так, «Локомотив» хорошая команда, играть еще 40 минут, поэтому нам пока рано радоваться. Все игроков «Локомотива». Гусев. Дел. Вилл бросает, и в шлем шайбы Исаева попадает. Но вот теперь отбиваются ярославцы, успевают втроем добраться до скамейки. А ребята из третьего и четвертого звена, которые сумели обеспечить победу в предыдущей игре. Поэтому сейчас задача вот играть активно всеми четырьмя звеньями и стараться создавать моменты скользкие. Так что это скорее не ритуал, а скорее просто необходимость избавиться от снега на крышке. Ярославцы приступили к розыгрышу большинства. Начали его с броска Герната. Так, и тут Каемову в лицо прилетает. Московского «Динамо», чем было это в первом периоде. Сломалась клюшка у Каблукова. Это дополнительный бонус гостям. И хороший момент создает Лихачев.
выбрался. На пятачок бросил, но пока безупречен Коновалов. Муранов прям сразу среагировал, да, как только передача пошла. И бросок, гол. Гернот попадает. Попадает в притирку со штангой. И Локомотив со второй попытки тоже сумел реализовать большинство. Игра без бригад выходит на первый план. Очень важно, что вот тут сохранили шайбу ярославцы. Хотя были близки динамовцы к тому, чтобы ее перехватить. Пошли активно, но сыграли очень низко. И никто особо-то на Гернота и не выдвинулся. Пытался это сделать с каблуков, но успел Гернот прицелиться. И здорово. На средней высоте отправил шайбу в угол. Поводы поболеть за себя. 20-32 победы в 50 в основное время. А в 58 матчах, опять же, один из лучших показателей в КХЛ в этом сезоне. Но сегодня Динамо в первом периоде такой очень неплохой задел. И перепасовку Минел, и, прошу прощения, Прибыльский, да, и Поленков. И наброс на ворота. Еще одно очень важное вбрасывание в зоне атаки. Москвичи зарабатывают. Небольшая потасовка на пятачке. Ну, до драки дело плав опыта и молодости. Вуд здорово открылся, ушел от готовца и забил. Ну вот. Мы причем только что хвалили Миронова за передачу на 40 метров. Вот такая же передача в исполнении Мартина Гернота, на счету которого первая заброшенная шайба в сегодняшней игре. И здесь тоже своей передачей создал великолепный момент для Бута, которому надо отдать должное. Открылся просто здорово. Там, несмотря что насыщенная такая средняя зона была у Динамо. Но и в движение Гернот попал здорово. И открылся просто великолепно Даниил Бут. Ну и есть чему порадоваться этому молодому нападающему. Березкин. 5 секунд. Нужно уже спешить. Нужно бросать. Понимает это Шелунов. Бросает, но не попадает в створ. Еще один бросок успевают нанести ярославцы. Сергеев с острейшего угла бросал. Кстати, шайба летела в створ, но Коновалов с этим броском справился. Могли ярославцы выполнить задачу по отыгрышу трех шайб еще во втором периоде и были к этому близки, но выстояли динамовцы. Ну, три гола забили в подставление, правильно? Да, пакет хорошо сыграл, тем более два гола было в меньшинстве. Первый период уже прошел, сейчас еще 3-2, мы готовимся на третий период. Ты принес им промежуточный успех, позволил забить две шайбы. Снова позиционная атака, и снова удается выбраться из угла на пятак. Выручает Коновалов. Гернат направо бросает Сергеев. И вот тут можно попробовать добить. Не знаю, почему не стал бросать Березкин с неудобной руки. А пока разворачивался, там уже и Коновалов занял правильную позицию в воротах. Отличная смена в исполнении Локомотива. Пока лучше Готовец против него. Полунин бросок, отбивает Коновалов. Но вот опять проходит пас на пятак, чего не было в первом периоде. И бросок с близкого расстояния по воротам Коновалова. Удел сцепился с Красковским. Ну, до драки снова дело не доходит. Ну да, сейчас важнее счет на табло. Сейчас важнее каждая смена. Понятно, что все равно уступать никто не хочет. Миронов пускает шайбу. Ульенко уходит от соперника, лезет на пятак. Как же будет обидно пропустить ярославцам по тому, что мы видим в третьем периоде. Но динамовцы, мы видим, очень неплохо контратакуют. Создал как бы вот очень правильные действия нападающего в момент у ворот Коновалова. Каюмов. Каюмов из-за ворот. Все подборы за ярославцами. Просто все они забирают в чужой зоне. Как же изменилась игра Локомотива. Сеев. Снова Иванов. Длинная передача. И не сумел Гусев шайбу остановить. Гол! В падении. Никулин отправляет шайбу в девятку. И 3-3. Из своего момента сделаешь. И здесь удалось создать момент. Вот как передача от Иванова была перехвачена, и шайба изменила траекторию своего движения. Но Никулин, как раз именно потому, что находился на скорости, сумел до шайбы добраться первым. И, убрав ее под себя, вторым движением поднял в ближний угол над ловушкой Коновалова, сравняв счет. Ну вот к радости скамейки запасных Локомотива. Время сейчас работает на них. Каюмов на Шелунова. И тот не укладывает шайбу в ворота. Еще бросок.
Кстати, похожие ситуации. Шалунов забил гол в одном из матчей ворота «Лады» в этом сезоне. Такая же была передача, и Шалунов на разности скоростей ворвался в зону и использовал свой шанс. Тут не забивает. Но место на льду Гусева. Ну вот и удалось исполнить задуманное команде Алексея Кудашова. Бросок Менелла и шайба в ловушке у Исаева. Тут он все увидел. Пакет не подправил просто. Ну да. Ну хотя, опять же, такие броски сегодня заходили. Там умчался на рандеву с голкипером и его переиграл. Из трех его заброшенных шайб две стали для «Локомотива» победными. Бросок. Ловит на себя пакет. И 5 секунд до конца овертайма. Удаление будет у «Динамо», но это глобально ни на что не влияет. Тут просто важно понять, кто заработал штраф. Этот человек не сможет пробить булит. По-моему, это Вилл, да? Вы промахнулись, Римашевский. Да. Здорово! Раскачал голкипера и уложил шайбу в правый от себя угол. Мастерски все сделал. И динамовцы выходит вперед в этой булитной перестрелке. Ну, Степан Никулин. Забивает. 1-1. 1-1 в этой булитной перестрелке. Тебя послушал, ты сказал бросать. В данном случае как двигался в дальний угол. Того игрока, который забил, у которого, похоже, все в порядке с нервами. Никулин попадает и приносит победу «Локомотиву». «Локомотив» волевую победу одерживает, отыгрывается со счета 0-3. И в булитной серии оказывается сильнее московского «Динамо». 3-1 в сезонной серии в пользу ярославской команды. И два булита подряд сумел реализовать Степан Никулин. Ну, и сами понимали то, что игра не потеряна, можем спокойно отыграться. То есть эти голы были, мы сами их вынудили. То есть не «Динамо» что-то создало, а мы допускали ошибки, сказали, что ошибки не допускать и проявить характер. Мы это сделали, выиграли матч. Теперь рекорд. Гусев, да, рекорд установил «Динамо» по количеству передач в одном сезоне КХЛ среди нападающих. Ну и мы с вами смотрим, что происходит в раздевалке «Локомотива» после победы. Как бы не знаю, что говорилось после первого периода, но в конечном итоге результатом сегодняшнего матча тренеры и игроки должны быть довольны. Да? То есть, с одной стороны, сами придумали себе неприятности, с другой стороны, героически их преодолели и